Кстати, сколько поселений в Рязанской области? 12 поселений. Вот есть как бы старейшие поселения, которые вы сегодня видели, Кедровый Рожок, вот, Есенинская Слобода, но есть и молодые, вот развивающиеся, такой как Радужная, сегодня был Максим, представитель от них. Сегодня наши жители поселения ведутся постоянные работы по восстановлению и улучшению плодородия почвы, облагораживанию территории. По мере наших сил и возможностей мы стараемся участвовать в общественных мероприятиях. Здесь на фотографии видно, мы облагораживаем пляж на запруде реки Сретенка. Также там постоянно убираем мусор, ведем профилактическую работу с жителями. Пропаганда бережного отношения к природе. В 2014 году мы посадили так называемая школа счастья. Это посадки, состоящие из живых насаждений, из кедра, яблони, вишни, дубов. Мы заложили так называемую школу счастья. Просто сама посадка будет выглядеть в форме слова «счастье». Наши цели – это развитие экологического туризма, воспитание осознанного разумного отношения к природе, создание экологического баланса на территории партнерства, но не только, конечно. Можно обратно? Чуть-чуть не договорил. Возрождение народных традиций, творчество и ремесла, развитие творческой способности жителей поселения, охрана здоровья жителей нашего поселения и пропаганда здорового образа жизни. Нам предстоит много работы в этом направлении, но это благодарные работы, которые приносят нам счастье. И мы призываем вас присоединиться к нам. Спасибо, у меня все.